В регионе завершился финал всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в младшей возрастной группе среди юношей 2008-2009 годов рождения. В одном из самых массовых турниров, которые когда-либо проходили в Иванове, приняли участие 72 команды – от Калининградской области до Сахалина. Победа досталась команде из Ижевска. Второе место заняли спортсмены из Белгородской области, третье – москвичи. Ивановские футболисты обосновались в середине турнирной таблицы. Хозяева поля, команда города Шуи, заняла 46-е место. Спартак Иванова заняла 51-е место. Объяснимо, почему? Потому что играли наиболее подготовленные команды клуба «Кожаный мяч». Ребята из Иванова были на год младше. Ну, выступили вполне достойно. А победители – это в высшей степени подготовленные команды, команды спортивных школ Ижевска. Там всегда, в общем-то, были очень сильные юные футболисты. Очень отрадно о том, что соревнования проходили в Шуи, и команда города Шуи получила право участвовать в этих соревнованиях на правах хозяев. Ну, конечно, очень трудно мальчишкам из глубинки, из районных центров принять участие в подобных форумах. И это, конечно, отрадно, что мальчишки поиграли. И играли очень достойно.